Снова всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек, мы продолжаем играть за отбросов, и сегодня решится все в третьем дивизионе, остаемся мы, либо вылетаем, нам нужна только победа. В двух матчах, которые мы сегодня с вами сыграем, если мы проиграем хотя бы... Хотя на самом деле уже что-то не помню на шансы, я не посмотрел перед записью, но чтобы выйти, как минимум, нам нужны победы. Три штуки. Да блин, что я думаю? Давайте посмотрим лучше. Так. У меня 4 очка. 12, чтобы остаться. Чтобы выйти вообще 18 надо. Ясно. Но я уже никак не выхожу. Даже если все выиграю, у меня будет 16 очков. Так что нам хотя бы остаться в этом дивизионе. Ну вот где 3-5 я проиграл, мог выигрывать. Расслабился. Где 1-1, тоже были шансы. Где 1-2 сейчас проиграл. Тоже такое. Вот три бы матча этих выиграть и все. Было бы уже 13 очков. Я бы не переживал за то, что могу не остаться даже в этом третьем дивизионе, а вылететь обратно в четвертый. Но будем надеяться на лучшее. Поехали. Ну что ж, играем в гостях. Наконец в красной форме. Такая себе командочка, вам скажу. Но я готов. Мне реально плевать на составы. Все, я настроен побеждать. Нам нужны победы. 4 матча. 3 победы нужны для того, чтобы остаться. Проигрывать никак нельзя. То есть мы можем один проиграть, но тогда я вообще себе без шансов оставлю. Уж лучше это поражение пусть на потом останется. С хорошими топовыми составами мы всегда играли по-особенному. Так что я готов. Надеюсь, готовы и вы. Поехали. И уже 0-1. Я не выводил Вальдеса, если что. Кайл Уокер забивает правую защитницу. Который в Мансити теперь. Че делал Кляйн, блин? Стоит на линии ворот, не вылетит мяч, он от него отворачивается. Ладно, окей, пропустили, пропустили, надо играть дальше. Коклен, очень хорошо, Дибала. Инсиньо. В Нойера прям. Ну там Нойер, кстати, на воротах, да? 92. Хороший удар. Причем в угол. Из-под защитника, прям между ног. Мяч пролетел. Очень сложный удар такой для вратарей. И Инсиньо, по-моему, головой сейчас бил. Ну, 2-0. Два раза просто мимо я пробежал. Но это моя ошибка. И Вальдес просто упал. Как бы я там не был настроен, но два таких быстрых мяча так легко забитые. Тяжело не замечать. Ой, как хорошо, Дибала, ну! Точно по центру, ну ты шутишь что ли? Ну у нас таких шансов может быть два за игру. Он берет просто по центру, пинает. Как он красиво. Не, он красиво сейчас обыграл. Просто в соло прошел меня. 3-0. Ой-ой-ой, какой удар от Сузонзи топовый. Ну и шикарнейший сейф Нойера. Красивый был бы гол, если бы он залетел. Ну, посмотрите, как он это вытащил. Ой-ой-ой. Не знаю зачем, но выпускаю крыховика и Родригеса. Три мяча, естественно, мы не отыграем, но может быть хотя бы один забьем. Крыховяк, ну! Что такие удары-то получаются? Вот реально, знаете, когда во сне ты пытаешься от кого-то убежать, у тебя ноги прям такие тяжеленные, ты еле-еле их тащишь, и в итоге тебя догоняют. Вот у меня такое чувство, как будто у меня все игроки сейчас во сне такие вот ходят, и каждый удар им дается... Невероятно сложно, как будто у них гири какие-то к ногам реально привязаны. 4-0. Но я даже мяч не могу забрать. Смотрите, какой перепас. Мои игроки просто бегают вокруг. Я пытаюсь то за одним, то за вторым, то за другим и все. Марсиаль выше ворот пробил. Не, в этом матче мы ничего не сделаем. Ну просто не летит. Даже когда я, ну, что-то там сдерживаю, все равно не летит. Инсиньо. Ну,
Гнак, защитник, дальше еще. Все, мы проиграли, ну, это было очевидно. Давайте играть второй матч. Надо как-то по-быстренькому от этого отстраниться, поражение. Ну просто каток проехался по нам. Все. По ударам равно это все фигня. Там. У нас вообще ничего не залетело. Не так, чтобы прям было миллиард моментов, но давайте, кстати, пак откроем. Вдруг кто-нибудь выпадет. 7500 с Ройсом, давай. Миранта, кстати, он был у нас в отбросах. Правозащитник Рафаэль, Романьоли, ЦЗ. Ну, полный шлак. Даже мне тут ни один игрок не, вообще никуда не подойдет. Я, конечно, их оставлю, но... Блин, какие же отвратительные паки. Ладно, давайте сыграем еще один матч. Если мы его проиграем, то все. Привет, четвертый дивизион снова. Ну, Инсиньо, Марсиале этих я оставлю. Правда, нифига не забить не могут, но... Ну что, друзья, наверное, последняя битва. Так, АПЛ-ка еще со Швайнштайгером. Милнер слева, Заболет справа. Оборона хорошая, ну, Чех на воротах, естественно. В принципе, команда обыгрываемая. Схема такая довольно оборонительная, но... Давайте просто посмотрим, что из этого все выйдет. Все или ничего, снова. Поехали. Ну-ка, Дибала. Хороший момент. И в дальний. Красава. 1-0. Четко все сделал. Отлично, начало, едем дальше. Так, Инсиньо, хороший выход снова. Давай. И успей. Нет. Ну, наверное, зря я все-таки мяч-то прокинул далеко. Но кто ж знал. Инсиньо. Ух, вот этот сейф от Чеха. Дибала. С отскока пробил, Чех засейвил. Еще один угловой. Третий, по-моему, уже за первый тайм. Я решил за счет... Прям вот так вот слету бахнуть. Если бы мяч отскочил к Марсиале, кто знает, что было бы. Удар. Снова Чех. Ой-ой-ой, как Дибала подставился. Красавчик. Я еще так вывернул стик, думаю, отойдет он или... ну, в итоге мяч у него отберут. И все-таки он успел сделать нужное движение, чтобы заполучить штрафной. Нет, бить будет не Суарес, я думаю. А бить будет как раз Пауло Дибала. Ну и прям руки Чех. А, там был угловой, не от него мяч шел. Окей, навес. Мустафи! Чех сейвит. Ну, преимущество за нами весь тайм. Правда, ведем мы пока что лишь 1-0. Вот что пугает. 11 ударов, 10 в створ. При 1-1 у соперника. Дибала. Дибала, хорош. Марсиаль, ну! Точно под... Че вы бьете-то прям во вратаря всегда? Теперь мне вообще центральный защитник на штрафной ставят. Ну да, мощность 81, это, конечно, неплохо, но нужна-то точность, а не мощность. Дибала. Удар. И Чех из самого угла тащит. Ах, давненько штрафные не забивал. Хороший удар, но... Там Петр Чех. Ниго! Еще один сейв. А вот сейчас Коста мог забить. Как мяч Каутиньо вернулся, я не понимаю. 1-1. Это просто смешно. Пнул мне в ноги, мяч к нему пришел и тут же забил. А его защитник просто стоит, наблюдает. Как хорошо, не было офсайда. Дибала. Да зачем ты пятками пасы отдаешь? Ну! Милнер прибежал. Ах, еще Инсиньо в падении начал бить. Вот это вот типичная просто фифка. Инсиньо! Перекладина. Верховяк.
падает кто-то. Марсиаль, по-моему, это был. Да, в этой серии не решилось абсолютно ничего. Мне просто смешно, серьезно. У меня нет никаких слов. Вот по поводу конкретно этого матча. Абсолютно равно играют, как бы, да. Все нормально. Но я сам же говорил, что без разницы, сколько раз ты пробил поворотом, если вратарь делает 16 сейвов, то, ну, типа, ну, ты не выиграешь никак. Если только еще до 90 минут, то ты, типа, 50 ударов поворотом нанесешь. Вы вылетели. Спасибо, я знаю. Ох, нужна была только победа. Ну что, привет, 4-й дивизион. Нравится. С вами был Джек. Увидимся в следующей серии в 4-м дивизионе. И счастливо. Не забывайте заходить в магазин jtoy.com. Теперь после покупки вы получите 3% себе на кошелек обратно, используя кодовое слово Джек. Первая ссылка в описании.